Метель усиливается, ветер становится все сильнее и сильнее. В рождественскую ночь снежные вьюги практически на всей территории республики. Правда, православных христиан это не останавливает. Наоборот, подгоняет побыстрее оказаться в тепле на рождественском богослужении. До начала рождественской службы считанные минуты. На входе в Иоанно-Предтеческий соборный храм огромная очередь. Чтобы встретить Рождество в церкви, люди собираются со всего города. Они стремились попасть в храм Христа Спасителя в этот светлый день. Многие приходят с семьями, с детьми. Огромное количество молодых людей, совсем еще малюток, сжимающих крохотными пальчиками восковые свечи. Рассказывают, что соблюдали пост все 40 положенных дней и готовятся встретить Рождество. Когда приходишь в храм, как-то получается на душе легче, облегчение. Ну, какая-то благодать. Потому что в жизни и так в нашей очень много негатива, а в храме как-то находишь успокоение, какую-то поддержку, помощь. Это большой светлый праздник. И в этот день родился Спаситель наших душ, и это большой праздник. Пускай в каждую семью попадет луч от этой первой звезды. Внутри собора горят сотни свечей. Прихожане подают записки о здравии и об упокоении. Прикладываются к иконам, ставят свечи и тихонько разговаривают между собой. В зале видно также людей в форме, которые следят за безопасностью во время праздника. Несмотря на работу в праздничную ночь, стража порядка безукоризненно вежлива с прихожанами. Под сводами храма сотни верующих, каждый в ожидании чуда. Божественную литургию провел отец Гавриил. Царство свое всегда, ныне пресно и во веки веков. Рождество знаменует окончание 40-дневного поста, так что у многих семей сегодня накрывается богатый стол. Вместе с Русской Православной Церковью Рождество празднуют во всем мире. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».